Так, всем привет, это V13, шучу, 12. Сейчас запишу бой, который был на Суперстарсе, Джастин Гейбриэл против Хита Слейтера. One Man of Rock Band. Сейчас загрузится, пытаюсь показать красивый момент. Джастин Гейбриэл уходит из мини-тронов. Жалко, конечно же, у меня вот тут интерконтинентальный чемпион. Роль Титантрон у него тупо идет где-то от силы секунд 5, потом заново. Жалко, конечно. Сейчас будет идти к нам Бамбану Фрэкбэнд, человек в группа. Вот он идет к нам тоже без мини-тронов. Хотя на Титантроне в штанах. Интересно, что ему штаны не добавили в игру. Титантрон у него обрезанный, конечно же. Сейчас будет сам бой. Джастин Гейбриэл против Хита Слейтера. Бывшие. Оба рестлера были 3 раза командными чемпионами. Как раз у них и была команда. Оба стояли в Нексусе, в Кор. И вот сейчас Джастин Гейбриэл сразу же проводит вот такой вот бросок. Ой-ой-ой. Вот он же дарвин кроссбади от Габриэля. Удары, инициатива за Джастином. Ой-ой-ой, что-то судья грохнулся. Интересно, почему? Еще одна попытка фанфлая от Джастина. Ой-ой-ой, это супер-пинок, супер-кик. Ой, сразу же удержание. Рубрейк, рубрейк, ты что, Джастин? Тоже так. Центр проводит дропкик в спину. Ой-ой-ой, вот хватает его ногу и пробует Бостон Краб. Удачно. Ой-ой-ой, что будет Габриэль, посмотрите. Дойти бы до канатов. Ой-ой-ой, рубрейк. Повезло сейчас Джастину. Так, вот такой вот удар по голове. Так, ой-ой-ой, Франкенштайнер. Ой. И это... Может быть... Но Габриэля в этой части сделали отлично. И Атиру хорошую сделали. Сам выглядит хорошо. Бородатый. Так, снова была попытка. Так. Еще один такой удар кулаком. Ох ты ж, какой мунсул. Удержание один. Ну, судья, я с тобой сейчас разберусь. Иди сюда. Иди сюда. Вот. Тут разобраться с судьей. Удачно. Я уснул. Жаль, я буду показывать, что он вот так вот, как сабу, отдал кому-то честь. Опа. У кого он на брикбэнд ловит. Слейтер поймал. Снова удержание. А считать-то 1, 2, 3. Ой-ой-ой, судья-то тормознутый какой. Что-то ругается, ругается. Попытка этого броска. Ух ты, что-то номик дроп от ванного фрогбенда. Ой. Ой, какой удар. Ой, чё, брейкер. Попытка удержания. Один. Снова Хит Слейтер. Рывается. Ой, удар коленом по голове. Так. Так, быстрый суплекс. Джастина. Снова попытка удержания. Я. Один. Два. Нет. Ой-ой-ой. Бросок такой. Ой! Сносит Джастина сейчас. Да что-то. Скажи, посмотрите, какой тикет. Удачки классические. Оу. 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 И Габриэл. Ой, снова это. Этот удар. Габриэл летит, сапрота и снова удачно попадает. Попадает сейчас. Ой, снова мунсолд.
Вот зрители уже кричат Гейбриэл, Гейбриэл, так это какой-то болевой. Ой, Слейтер спокойный тоже. Слейтер снова наносит удары. Ой-ой-ой-ой-ой, бросок об канат. Это да. Ой-ой-ой-ой, тут брейкер. Бегущий такой вот. Ой-ой-ой, задняя ДДТ. Чего Сэббин Грейс она называется в этой части. Реверсирует Джиги. Су Гибрил. АХС. Улетает Слинга. Привет, СХ. Так, ой-ой. Ох ты ж. Что ж сейчас случилось? Что ж сейчас случилось? Что творит Хит Слейтер? Просто посмотрите, настоящий человек группа. Просто настоящий. Что он планирует сделать? А Кану Клач запирает. Привет Джиндеру Махалу. Где же Джиндер Махал? Интересно, махать где-нибудь? Ой-ой-ой-ой, вот вырывается ЖГ. ЖГ уже вот хочет прыгать. Слейтер его скидывает. Снова болевой. Он зажал, посмотрите. А судья рядом что-то говорит, говорит. Снова реверс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут чего-то там неизвестного там. И Гейбриэл проводит автоном игру. Еще один такой удар. Оу, oh, ноу, no, это СТО. СТО. Ой-ой-ой-ой-ой! 450 сплэш! Вот это да! Неожиданно! Один, один, два, три, нет! Рыжий вырывается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, суплик Сапрона на ринг. Удачи. Ой, бэкбрейкер от Хита. От человека рок-группы. Будет Свитнес? Попытка Свитнеса. Нет, 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 нет. Гэбриэл реверсирует в суплекс. Ой-ой-ой-ой-ой. Гэбриэл, Гэбриэл. Ой-ой, пробивает суперкик. О, ноу, ноу, ноу. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. А теперь попытка его фирменной бомбы. Вот это бомба от Гэбриэля. Один, два, три, нет, снова, 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 снова. Гейбриэл, снова зрители за Джастина. Вот такие вот у нас зрители сегодня. Ой, ты ж! Улетает сейчас Джастин. Ой, через ступеньки улетает Слейтер. Все улетают куда-то. Куда все летят? Ой, Джастин на проне это будет. Такой вот elbow drop. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что это будет? Ой-ой, 450 сплэш снова! Ох ты ж! Вот это красиво было! Один, два, три, нет! Что это такое? С Хитом сегодня. Ой, нэкбрейкер. Вот Гебл уже начинает издеваться над Хитом. Да, сейчас улетает. Ой, да, с коленом по лицу. Ой, ой, какие кики, какие панчи. Еще один нэкбрейкер. Более классическая версия. Ой, мумусол. Снова зрители за Джастина. Попытка чего-то там неизвестного. Сейчас, ох, ты ж, фирменный катер от Джастина. Ой, все, все, это конец. Погодите, что? Гэбриэл. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сидит свои стоки фильмы, летит снова. Удачно. Все, все. Нет, это Робрейк. Это Робрейк сейчас был. Что ж, судья такой наглый? Ну-ка, судья, поговори с человеком летающим. Куда пошел Джастин? Ой-ой, Джастин взял стук, он фейс, что? Что? Что такое? Ой, ёп! Ты твою... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что ж творится на этом ринге? Ой-ой!
Перхит. Прихватывает инициативу. Интересно, надолго ли? Ох ты ж! Японский городовой. Нет, и Хитслейтер побеждает сейчас на Габриэля. Неожиданно-то как! Третья победа Хита в этом году. Вот это да! Фанаты Хита сейчас просто не знают, что им делать. Прыгать, радоваться или что. Но главное одно, Хит выиграл третий раз в этом году. Первая победа была на Трентой Барретте, вторая над Перси Ватсоном вроде. И третья над Джастином Гебриэлем, старым главным партнером. Так. Так, Хит пока типа, ну, не ожидали, я победил. Получила игру группа. Он орёт на судью, говорит, я победил, не ты, вообще пошел отсюда. Ой, Хит радуется. И мы за него порадуемся, так будем похлопать. Вот такой вот суперстарт, короче, получился. Точнее, матч, я бы сказал.